В городе началась процедура приемки образовательных учреждений к учебному году. 61-я школа оказалась в числе первых. По времени все это занимает порядка 2 часов. К комиссии присоединился и глава администрации Александр Кузьмичев. Сегодня мы проверяем и комплектность всех педагогических кадров. Сегодня мы смотрим вопрос, связанный с противопожарной безопасностью, с исполнением требований Ростехнадзора, Роспотребнадзора. Главе администрации директор школы рассказала, на что были потрачены деньги, выделенные из городской казны. Купили новые столы в пищеблок. Столовая в 61-й школе не самая современная, зато чистая и уютная. Спланированы и проведены работы по ремонту крыши, заменены оконные блоки в актовом зале, приобретено достаточно большое количество учебной литературы, на 100% мы обеспечиваем к 1 сентября учащихся учебниками. Далее был проведен косметический ремонт. В 61-й школе комиссия грубых нарушений не выявила. Как правило, большинство образовательных учреждений проходит проверку с первого раза, либо назначают второй срок визита комиссии, и к нему с крупными недочетами удается справиться. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.